Всем привет, ребята! Вы на канале Дудаплей. Продолжаем играть в игру Stickman в тюрьме, третья часть. Нам нужно убежать из тюрьмы. Так, что это мы сделали? Не знаю. Ух ты, подожди. Нифига. Мы типа эти взяли с вами, ребята. Ботинки, с которыми можем прыгать. Опля. О, это хорошо, я прям что сюда прыгнул. Так, максимально. Ух ты, нифига себе, это слишком высоко. Давайте здесь подпрыгнем сюда. О, хорошо. А здесь зелененький ждем. Ой, хорошо. Так, а здесь нам, я не знаю, как надо, высоко или не высоко прыгать. О. Хорошо. Такие вот ботиночки, ребята. Нажимаешь долго, он начинает прыгать. Но здесь главное слишком не прыгнуть высоко. Давайте посмотрим. Ух ты, я босс. Ох. Раздавил все-таки, да, гад? Угу. Ладно. Давай, прыгай сюда. Во. Так, он прыгает и ломает эти штуки. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Все, он умер. Как он, какой легкий был все-таки прыгун этот. Вот это босс. Был слабенький. Кто устроил потоп? Какой потоп? Ох, нифига, подожди, в смысле? В смысле? Алло. Кто устроил потоп? Ну, вроде бы как он сильно потоп не это самое. Так, а ну докуда доходит? Да, он не доходит полностью. До крыши. Ну, нам главное здесь стоять и ничего не делать. Все. А теперь уходим домой. Быстрее. Отлично, все, мы успели. Так, 34-й, сапер. Вот это мне не нравится, ребята. Сапер. Это где-то тут будут взрыватели. Так, вот это мне уже не нравится. Так, а ну. Ой, аккуратненько, фух. Там аж куча этих самых бомбочек было. Так, я примерно представляю, где бомбочки. А-а-а, нифига! Взорвался я прям, ё-моё. Понял. Понял, ребята, примерно. Где бомбочки? Так, а ну-ка, аккуратненько. Так, все, я так и знал, что там бомбочки не будет. Опля, фух, нифига, я чуть не промазал. Так, теперь аккуратненько нам нужно спуститься. Так, вот здесь, вот там бомбочка у нас сейчас спереди. Опля, все. 134 уровень. Хорошо, открыли. Так, а уже страшно? Да нет, вроде бы. Ага, ну да, ну непонятно немножко. Уже страшно. Так, а как его проходить, этот уровень? Нет. Понял. Так, стоим. Ага, я понял. Все, я понял. Нифига. Я думал, вот подойдем сюда. Нет, что-то с этой надо делать. Вот она самая медленная идет. Да. Все легко. В принципе, не страшно, ребята, было не страшно. 136 уровень. Почта будущего. Ух ты. А зачем нам эта штука? Так, секунду. Так, а ну-ка. Ух ты. Блин, да, а смысл? Смысла нету. Аккуратненько здесь прыгаем. Не попадая в эти штуки. Я не могу сюда прыгнуть, потому что мне нужна этот самый. Штука вот эта вот. Ух ты, почему я здесь появился? Так, как же мне эту штуку, коробочку-то туда передвинуть? Ага. Так, а здесь я где появляюсь? В этом месте. Все понял. Все понял, ребята, как что делать. Отодвигаем сюда. Тоже заходим. Я его сюда не могу подвинуть, слушай. Ага. А теперь эту штуку запускаем. Я не могу ее, да, запустить, понятно. Давайте вы
В этой. Что получится? Ах ты, ё-моё! Был близко. Так, это получается телепортирует меня в эту. А это телепортирует вот в эту. Это телепортирует меня в эту. Ага. Как мне... А, как мне телепортануть коробочку эту вонючую? Так, если я сюда спущу, то ничего, эффекта и не будет никакого даже. Да, смысла нету. Да. Так, понял я примерно. Примерно понял, как здесь будем делать. Отодвигаем коробку сюда. Заходим сюда. Заходим сюда. Появляемся здесь, коробку тащим сюда. Потом коробку мы продолжаем тащить вот туда на красную. Появляется коробочка вот в этом месте. Так, и здесь мы на нее встаем и прыгаем. Активируем вот эту штуку. И теперь надо аккуратненько нам прыгнуть. Ой-ой-ой, не долетел. Ё-моё, чуть не разбился. Ладненько. А, да что такое? Вот сейчас прыгаем. Все, открыли. И тебе надо аккуратненько спуститься вниз. Домой. Ребятушки, получилось. Я не знаю, почему называется почта будущего. Причем тут вообще почта, а причем тут будущее? А, типа почта будущего, типа телепортация может произвестись. Понятно. Ключи от замка. Это что, мы, получается, все замочки должны взять? Ключики, то есть? А тут надо код какой-то вводить. Подожди. Не-не-не-не. Давай сначала ключики все возьмем. Вообще не представляю, какой может быть пароль там. Может, если все заберем ключи, пароль не нужен будет? Ай, как я так ударился, ё-моё. Как жаль-то, а. Как жаль. Почти что уже все ключи я собрал. Все. Останется... А, нет, подожди. Да ё-моё. Еще раз. Так, все. Последний ключик. Ну нифига, он не открылся. Он мне требует какой-то пароль. А какой пароль, интересно? Да. Пароль вроде бы как... 10. Не знаю, в чем прикол. Пароль 10. Дополнение. Что здесь у нас? Ладно, сейчас посмотрим. Какое-то дополнение, ребята. А-а-а. Тихо. Это двигается, нет? Нет, это не двигается больше. Да, ну, если просто-напросто нам добавили вот такие вот шипики, это не страшно. Это абсолютно не страшно, ребята. Главное на них не прыгнуть. И все будет хорошо. Прошли уровень 138. 139 подзарядка. Что-то я помню с этой подзарядкой было. Угу. Что-то было с этой подзарядкой. Ага, только одна включилась у меня, да? Ладно. Подзарядка. Это отключает это все. Канитель. Нет, нифига. Тогда, значит, у меня не получится пройти уровень, слушай. Точно. Не получается, нужно... Тот какой-то верхний. А, вот так, значит, да? Ага, отмагнитила его. Сейчас я его примагничу. Так. Все, готово. Отлично, хорошо. 139 уровень. Не слишком был и сложный. Так, 140-й. Острые как бритвы, ребята. Значит, вот эти крутилочки, они остры. И остры не просто, а остры как бритвы. Так, ладненько.
Так, успеем, не успеем. Ай-яй-яй. Нифига, нифига я не успел. Ладно. Так, а достанет меня или нет? Нифига, хорошо, хорошо. Так, надо сюда как-то залезть нам. А они с обоих сторон, интересно, острые. Ладно, не будем проверять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, нормально все. Так, пробежали, открыли дверь. Все. Опа, хух, чуть по голове меня не задел нож. Ну ничего страшного, мы справились, ребята. Зазеркалье, а почему зазеркалье? Так, коробки эти не берут. А, ой, нифига, подожди, в смысле? А я на что-то нажал. Я на что-то нажал, ребята. Это типа ты меняться будешь так каждый раз? А я не умру? А я умер. Зазеркалье. И оно через каждые несколько секунд, да, делается это все. Ё-моё. А я успею, нет? Ух ты! Прикол. Так, главное не умереть. Опа, опа. А вот выход, выход здесь, ребята. Быстрее, быстрее, быстрее. Успел. Да, было сложно. А, сложная система как раз называется у нас следующий уровень. Интересно, почему сложная? 13. 2, 1. 7. 19. Чё? Чё это такое вообще? Чё за сложная система? Я не знаю, ребята, как я её открыл. Но как-то открыл. Так, вот эта штука двигается, нет? Так, тут ничего не двигается. Угу. Подожди, в смысле? Чё с тобой? Он просто бегает, как этот, знаешь. Я что-то не могу понять. Вниз. Влево. Вверх. Вправо. Вниз. Влево. Дальше. Мне надо уже сюда теперь попасть. Вниз. Ага. Вправо. Вверх. Вправо. Вверх. Влево. Теперь. Вниз. Влево, вправо. Не получилось. Почему? Ё-моё, это долгая песня. Тогда, значит. Ну, интересная. Вниз, вправо, вверх. Вправо, вверх, влево. Как бы... Мне тут мешает, что она двигается. Вниз. Влево, вверх, вправо, вверх, влево, вниз, влево, вверх. Понял. Так, теперь влево, вниз, вправо. Сейчас опять вниз надо будет. Вниз, вправо, вверх, вправо. Вниз, дальше влево. Ага, теперь вниз и вправо. Ну да, интересно, ну не сложно было. Так, а у нас новый какой-то чилдобрек. Чилдобрек. Вон что, понятно. Он будет разбивать эту штуку. Новый босс, ребята. Ох ты, ё-моё. Вот эта штука двигается, прикинь. Надо на него поставить. Он сейчас сам себя будет убивать. На тебе. Ух ты, он поменял локацию. Хорошо. Ну нормально. Сейчас будет развивать вот эту штуку. Молодец. Это кусочек сыра какой-то. Опля. Так, давай поднимем. Поднимем, я сказал. Еще выше. Все, мы его сейчас будем фигачить. На, получи. Все, умер. Умер, умер, он умер. Так, и все, эти уже не работают. Ладно. Вот такой, ребятушки, был босс. А у нас следующая серия непонятно что. Смотри. Ух ты, прикольно, смотри. Синенький, синенький. Так, коричневый. Что это делается? Типа выбираешь? Хорошо. Здесь. Только три штуки надо, чтобы собрать. Ладно.
Так, собрали. Так, мы вроде бы разобрались. Я думаю, здесь... А, нифига. Теперь они не убираются вообще. Ну, я в западне. Ребята, так, давайте, знаешь, как сделаем. Нам нужно, чтобы их полностью разблокировать. Тут коричневый, тут красный. Синий, коричневый. Коричневый. И этот выбираем коричневый. Все. Может, надо все коричневые делать? Почему бы нет? Так, все коричневые. Коричневый, коричневый, коричневый. Хорошо. Здесь. А-а-а, как она так совпала? Ну, в принципе, это не страшно. Теперь здесь собираем. Синий. Синий. Тут тоже синий выберем. Ага, все. А, в принципе, неплохо. Разобрались мы. Здесь мы перепрыгиваем эту канитель. Да. Только интересно, почему-то тоже уровень без номера. Номера-то нет уровня. Может, это какой-то такой промежуточный уровень. Где уровень не пишут. Все, открыли замочек и идем домой. Хорошо. Музыкальный тест, ребята. Ты понял? Так, маленькая. Двойная. Ключ. Маленькая. Перевертыш. Угу. Маленькая. А, маленькая это такая закорючки, господи. Надо это все рисовать желательно. Да. Да, давайте этот, ребята, 146 уровень пройдем в следующем ролике. А сегодня будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.